have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет-привет! Всем привет! Мы сегодня с шумной компанией на 5 человек решили завалиться в Disaster Classic, или как она называется? Делаем башню. Да-да-да. Вот, давай, это важно. А безбашные чуваки делают башню. Самые-самые безумные происшествия, которые возможны. Кстати, да. В любом случае, ребят, название игры вы уже и так видите в названии ролика, поэтому то, что я сейчас скажу, будет не особо важно. Вы там, по-моему, не башенку, а пирамиду делаете. Сначала нужно найти одного мертвого фараона. Так, вор. Ребят, я не советую там СМС. Вор хочет кого-то украсть. Меня. Хоббит. Нет. Я его забагал, поздравляю. Да хорош багать все дизастеры, блин, чувак. Дай нам поиграть. Так, ой. О, вор. Да Козмо уже знает про мои эти фокусы. А, больно. Как я сквозь текстуры в некоторых режимах пробегаю. Першик, да, кто такой, Козмо. Но не меня. Козмо? Кто-нибудь знает, что такое меня! Козмо? За Демикса давайте! Кстати, народ, Козмо что-то давно с нами не было, надо будет как-нибудь узнать, что да где да как. Я с ним недавно в пиратов играл. Неплохо. Спай, а недавно меня. Это когда? Запрыгивайте. Ой, бежим от центра, бежим от центра. А что будет? Смотрите, что сейчас ох, будет. Ох, ёпэра, СТ, шуба... Блин, я не успел зайти. Шубдавуп. Почему-то вот этот шутовок у меня вызывает стойкие ассоциации с Айзеком. А, ну логично, потому что там этот Бримстоун. Binding of Isaac, блин. Игра, в которую я играл немножко, но которая никогда не будет у нас на канале. Без урона. А? Фиг ли тебе без урона? Нет. Я не забыл, я про рогалики не забыл вообще ни разу. Просто это не все так просто. Что за шляпы головы, блин, что просто? Это летучие шляпы, это черт. Мне интересно, я скорее устану снимать рогалики, или ты скорее устанешь писать эти комменты? Да. А где все? Я только кота вижу. Все попрятались. Потому что падают головы. О, я выжил. Я тоже. Так, господи. Тебя единорог укусил или что? Что это такое? Мне так нравится вот эта умиротворяющая музыка на этой карте. Она такая прям... О, что, блин? Погоди. Тут японский камикадзе. Я из-за угла посмотрю, можно? Там что-то... Ко мне подошел чел, спросил, кто я. Я ответил ему, что я пустынный лис, и он взорвался. Помнишь этот момент из «Охотников за привидениями»? Типа, говорю тебе, уходи, а ты бог? Нет. Так, блин, да не стреляй ты в меня, он прям по мне стреляет. Кто там у него так на голову забрался? Так, Warhawk. Я залез. Я не вижу кота, и я не вижу Фрума. Я здесь, возле двух снеговиков. Они меня усыновили. Я с ними теперь живу, все. Можно к вам? Давай. Только нам домик только что расфигачили из этой штуки. А так все нормально. Ребят, я сзади вас, я за вами, слышишь? Ой, не впервой. Оп! Ёппер, это да блин, как так-то? Я уже стал на этот шар. Тут другие снеговики. Идем. А прикасаться к шару, наверное, нельзя, да? Я бы не сказал. Нельзя. Даже если ты стоишь на нем. Ладно, я понял. Ой, так тут прям глубокий снег, прикольно. Ребят, вы где? Вы провалите по текстуре, вы провалите. Вот тут, слово тут тебе поможет, нет? Я за вами следил, возле ёлки. Крутяк, страшно. У нас тут 3 снеговика, было 2 снеговика, а теперь 3. Я знаю, что вы совершили прошлым летом. Оу. О. Нет. Я высоко залезу. Прыгаешь на кусочек, а он отваливается. По-моему, этого не хватит. Да фиг ли вы меня выталкиваете? Мне кажется, этого не хватит. Мне тоже кажется, этого не хватит. Ну, сейчас посмотрим. Я умру. Этого хватило? Оно больше не поднимается, да, вроде. А, потому что сам дом еще на платформе стоит, видите?
Повезло. Я на ёлку залез. На кого залез? На ёлку. Ох уж эти венгры с их интересными именами. Ёлку, Чаушеску. Я как-то в одной игре Фина встретил. К сожалению, мы играли на пустыне, это было ну, вот вообще не его стихия. А, ну-ну. Немножечко метафоры и аллегории, я тебя понял, хорошо? Юмор понят, да? Да-да-да. Так, одну минутку, ребят. Да, музыка, к сожалению, вообще никакущая. Я немножко убавил звук, чтобы, наверное, не были минус уши на протяжении этого раунда. Да. Да, это отвратительная музыка. Смотрите на меня. А, я ее выключил, блин, как хорошо. Так, это... Раз друг молочка попей. По поводу этой музыки. Чего насчет этой музыки? Этой карты. Ну, именно музыка на этой карте, он сказал, она ему что-то напоминает. Не знаю, какие-то вопли из ада? Из ада. Или оттуда тоже, я не знаю, человек опытный, может, услышал. О, шляпы. Шляпы. Аллилуйя. Не раунд, а шляпа. Да что за шляпа? Все прошляпили, вы че? Гая. Да шляпа какая-то. Гая шляпа. Давайте еще шутки за 300. Тракториста. А по-моему, выпуск. Последний раз это было актуально в 2017 году. Кто-то тут изобрел машину времени? Да. Так, бейджики раздают. Я не знаю, за что. Это не бейджики, а звездочки. 12 поинтов, но мне еще и бейджик прилетел. Фрум, Спайк, ты где? Ой, можешь нет. посмотреть на меня? Да. Куда? Фрум, ты куда? В черное заходи, в черное. Лошади. Черное. Ну, нормально. Кого? Зачем? Фрум, подойди ко мне, пожалуйста. Стой, стой на месте. Я не люблю, когда стоишь? Говорят, подойди, потом стой на месте. Ай. Я же говорил, не люблю, когда такое. Как мне снять эту фигню с моего лица? О, спасибо, отвалилось. Чесбургер, чесбургер, хорош. Привет, я на человеке. А? Я на спящем человеке за столом. А как ты туда попал? Магия. Что это? О, я превратился в куриную ножку с плащом из котов. Посмотрите нормально. Посмотрите на спящего человека, который спит на столе. Ну, сзади. У меня не лучше. Ты тут много... А, вот тот. Да, вижу. Это я. Я куриная ножка. Поздравляю. Ай, блин. А, меня убили. Я что-то... Я даже не помню, что произошло. Я откиска. Мне отберут мою штучку. Я прям на них прыгаю, посмотрите, их штук 5. Погоди, переживание 6. За свою штучку, это немножечко не сюда, это к врачу надо. Не-не-не-не. Я вот купил попрыгушку, если я откисну. Тут их как, на респауне выдают? Нет, не знаешь? Не знаю. Падающие хот-доги. О, я под стол. Я в самом безопасном месте. Вот это сосиски. Так. Хочу найти Фрума. Давайте все будем рядом с магазином. Ну, сейчас. Блин, ну там еще хот-доги падают. Мне еще горчица измажет. Ну, погодите. Я с человека не встану. Я у него на плече сижу, и все, мне хорошо. Это самое безопасное место. Он покрыт невидимой стеной. Так, ладно, иду к магазину. Пусть он, да, пусть котяра сидит на человеке. Я сейчас подойду к магазину, если успею. Блин, интермиссия заканчивается. Когда там у тебя слезет, да? А? Трамплин смерти, что? Ёлки! Как? Мэр. А как выжить? А я вообще не прыгал, я просто шел и меня выкинул. Надо было на месте, что ли, стоять? Я на столе стоял. Нет, я вообще не знаю, как здесь выживать. А кот, а ты выжил? Кот выжил, потому что он на чем-то стоит, а не на полу. Попрыгунчик отжали. Понял. Я тоже на столе стоял. Ага. Я вот на столе стоял. Единственный, кто выжил. Вообще, эта карта достаточно пустая, понимаешь? К сожалению, да. Она как бы как комната ничего, но тут никуда не заберешься без пружины. Блин, гигантский зомби. Ну, поинты остаются. Гигантский зомби. Фу, да ты куда убегаешь? А он к тебе не подойдет? Да, не подойдет. Ну, он так неинтересно же. Он будет вместе на плече сидеть.
Я тоже хочу, но только так неинтересно. Там никто не возьмет. Никто тебя не. Это выглядит, как будто начальник подошел и застукал работника спящим. Так, гравити, кола. Только начальник зомби. Блокси, кола, погоди, а где она? Пироги, да. О. Меня пирог налепили. Молодец. Я ж прилетел. А, блин, новая карта, ладно. Нет. О, может, тут музыка нормальная? Что-то я музыки не слышу. Я тоже. Йо, хорошая музыка. А хорошая музыка. Да, оставляем. Годится. Музыка наконец-то какая? Взял пружинку. Ребята, идем на дом. Я взял пружинку. Я хочу найти, где это Gravity Cola. Вот тут. Есть блоки. За Сигмой. Тут же. Gravity Coil. Это пружинка. А не Gravity... Пружинка. Пружинка. Это... На 2000 там стоит. Да, все, взял. Ну это на самом. Давайте на вот эту башню. Давайте мне на башню. Мне казалось, что дом. Ты говорил Gravity Cola, а не Gravity Coil. Нет, это где? Недолёт. Стой. А, оно прозрачное. Погоди, это что, летающая какашка, что ли? А, не, нормально. Это астероид. Оп. Ну просто когда залетаешь в какую-то коричневую субстанцию, не всегда понимаешь, что где оказался. Ну я так вдруг пропал. Вот откуда знание, как... Ой, самый безумный человек. Нам капец. Сразу говорю, нам капец. Я побежал. А, ну да, побежал. Оно быстрее. Пружин не остается, черт. Ну, у тебя остается коины. Остаются деньги, да, но все равно нужно бежать за пружиной. Когда берешь, они деньги остаются. Я думаю, уже это говорил раньше. По-моему, да. Так, есть. Вообще, я вас тут сюда привел. Никто не выжил. О, круто. Позитивно. Кстати, один раз было так, что все стояли в центре карты как-то. И этот Crazy Robloxian, он заспавнился на закрытой карте, где был как бы... О, поднимаешь где... Погоди, где был... была крыша, и он подошел на крыше, именно прям над людьми был, проломил крышу, упал на всех, и все умерли. Ваншот. Мы все умрем. А, нет, не умрем. Не-не-не, нормально. И почему-то мне показалось, что это токсичная дождь, а не токсичное болото. Ну, ладно. У меня есть лук. Давай. Давай ёжика из себя делай. Не надо. Я как бы... Я просто из меня? Не отбирал колено. Да? Посмотри на себя. Эй, у парень, меня... посмотри на себя. Так. Я не знаю, просто из всех здесь присутствующих, есть ли кто-то, кто знает, кто такие Кармен, но это уже другое дело. Я знаю. Подожди. Звучит знакомо. Это Кармен. Сан-Франциско, город стиле диско. Стиле диско, это Сан-Франциско, тысячи огней. Опа, 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 да, значит, кто-то все-таки в курсе. Я понял, да, я знаю это. Есть еще... Я не помню. Версия этой песни с КВНом. Ну, это уже потом расхватали, а в принципе, эта фишка была в начале 90-х, если что. Конец 80-х. Но я эту песню знал еще до КВН, она крутая. И я эту песню знал лет 5 назад. Офигеть. Так, мы случайно пережили какой-то дезастер, пока говорили про Кармен. Ну ладно. А, да? Эксплозив нубы. Ой. Они с неба падают? Сейчас как все в этой игре? По-моему, да. Экспрейник мэн. Они бегут. Вы посмотрите Камикадзе. На меня. Я прыгаю на спавне, и меня никто никогда не достанет. Как ты туда забрался? Легко. Фокус. И просто. К нам бежит снизу, посмотри. Ну пусть бежит, но он же не запрыгнет, прыгать не может. The Mix, что ты нас меня толкаешь? Меня The Mix толкает. Нет! Кто это сделал? Зачем? Почему? Чтобы что? Чтобы что? The Mix хочет, чтобы я упал к нубам. Ну, человек хочет экшена в серии, чё? Именно поэтому я беру лук, бегите. Нет, сейчас мы Бомбер? Я спрячусь под... Убивать. В прямом смысле. Да. Злюка бомбер, да? Ребят, это... Да. Там самолёт... А в смысле я не могу игрока убить? Вай! Как же тяжело! Вай. Он над нами летает? Он надо мной летает? Да. Помогите. Ай.
Извиняюсь за шутку, но пацаны, привыкайте. Да зачем? Наоборот, как бы уже отвыкать надо бы. Что у нас там следующее будет? Надо посмотреть, сколько вообще поинтов. Давайте все рядом ходить. Давайте все рядом ходить. Кот, ты стенку завалил. Ты понимаешь, что ты делал? А когда я стал... А чем не убил? А, get down, я понял. Я просто оказался выше всех. О, вот, все вместе, все вместе. Давайте. Сейчас я возьму пружинку и будем... Да, все вместе. Кот? А, ну понятно. Пойдем в гамазин. Здесь какая музыка? Крутая, классическая. Пока нормально. Надо вообще ознакомиться с ассортиментом, что здесь есть. Да, блин, все... Уйдите! А, сейчас пока все разберут, ага. А, спасибо, да. Не знаю, как вы... У меня уже стрела в голове, да кто это делает? Да, вот посмотри, Фрум, посмотри. Уже стрела. Летела. Где? А, во. Вы видели этот скинчик? Вы видели этот скинчик? Что это? Вот этот есть CE. Страшно. Что за Зойдберг, блин? Я хочу посмотреть, из чего состоит этот скин и сколько он стоит. Так. Ой, нет. Нет, не надо. Это страшно. Не, ну ты не понял. Это вот хобби у кота. Взять, собрать себе скинчик, чтобы потом просто от одного вида многих людей тянуло блевать, и он потом ходит, троллит людей на других серваках. Это нормально. Это вы его здесь видите в нормальном скине для съемок, а остальные скины там просто атас. Скины этого чувака... У него их много? У меня всего два скина-то. Что? Да что меня убило-то? Надо было на красную. Надо было в середину коробки. Черт, вот я затрелился и не протыкал. Ладно. Понимаете, мне одного сантиметра буквально не хватило, чтобы добежать. Я видел, как ты выпал в этот уже. Там я не помню, по-моему, то ли два года назад, то ли что-то такое, когда было новогоднее обращение. Погоди, ты как лимонад когда ходил? Давно. Давно это было, пару лет назад. У него там скинчик с головой спрайтом. Вот, и... Это Боба Ти. Блин, я не то купил, ну нафига. Люблю спрайт. А? Люблю спрайт. Спрайт вкусная штука, согласен. А Зибы Нап еще лучше. Ой, сюрикены. Да, только он куда-то исчез. А, нет. Черт. Борис Бритва. Их попадешь. Я не знаю, как я в воздухе пропланировал между всем этим, как-то получилось. Я выжил. Я просто между всем этим. Идите все в дом, давайте все рядом быть, пожалуйста. Хорошо, давайте. Ну хорошо. Сейчас знаешь, такой фонарик под лицом включаешь, такое время офигительных историй. Время. А, карты как раз. Ребят, скин этого уродливого чувака стоит 365 баксов. Сколько? Ну, на самом деле не так дорого. Кстати, давайте я скажу, сколько стоит мой скин. Ёлки, нет. А мой аватар стоит... Нет, а почему ж я-то? Ты был на одну ступеньку выше, чем на эту. Да я уже с неё падал, с этой ступеньки. Мой скин стоит пару дней страданий. У меня скин стоит 310. У кого какая валюта, да? У меня скин стоит... Нет, 310 робуксов. Я понимаю, что говоришь, что у меня какая валюта. Я скин стоит 225 робоксов. Я его за этот получил, за квестик. Этот квест лёгкий. Ау. Прикольно. Бомбануло. Бомбануло. Да хорош! Ай, куда я лечу? Тролики и люмина. Что произошло вообще? Я не знаю, что-то это, как-то вот... Ай. Ай. Как это пережить? Я должен дотронуться. Откуда я хот-дог получил? Ладно. А как это было пережить? Вообще без понятия. Не знаю, находиться на максимальном отдалении этой штуки нам еще магазин закидало. Ну круто. Пружины уже нету, все, да. Есть, я взял. Киллботы, блин. Как от них спасаться? Я достал пружинки нужные. Что? А, это можно вот здесь стоять. Давайте вот здесь под магазин. Да, давай. Магазин не ломается же. Они сюда вряд ли падут. Я здесь буду сидеть, не знаю, как вы, вот там небезопасно, а вот тут... Блин, что-то очень рядом как-то прилетает. Ребят, идите ко мне под крышу. Ну, ребят. Ты собрался крышевать всех? Ладно. Ладно.
Обычно, когда кот говорит, что тут безопасность, заканчивается тем, что он где-нибудь сгорает. Так, а? Ладно. Да не сгорит он. Где вообще он стоял, кстати? Да вот тут. Ты меня никогда не найдешь. О, не-не-не-не-не. Ну все, ну... Да-да-да-да-да. Ну все, ну я выиграл, ну нет же. Кто с вами сюрикеном? Я обязан хоть один гейтдаун выиграть. А кто мне дал? Кто мне это дал? Смотри. У меня есть ховерборд, хочешь пробовать? Не, спасибо. Ой. Новая карта. Ладно. Вот, раз это самая мы... ненормальная карта. Смотрите, здесь есть крыша, и она может проломаться, и оттуда что-то посыпется. Поэтому на этом мы тогда серию будем заканчивать, раз эта карта у нас такая шибанутая. Посмотрим ее в другой раз. Пока что пишите, что вы думаете про этот режимчик, про этот рейс, хотите ли вы его увидеть дальше. Пока что все, спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, всем добра. Пока. Всем молодцы. Спасибо за просмотр. И всем покеда. Всем покеда. Пишите, что думаете, и думайте, что пишете, да. Тоже верно.